Около 2 миллионов граждан вышли в воскресенье на улицы городов Чили. Это почти 10-я часть всего населения страны. Самое массовое шествие прошло в столице. Здесь число демонстрантов достигло 800 тысяч. Главное требование протестующих – реформировать действующую частную пенсионную систему, введенную еще в 1981 году во время диктатуры Аугусто Пиночета. Работодатели освобождались от отчисления взносов, работники были обязаны самостоятельно уплачивать 10-ю часть своей зарплаты в один из 6 частных фондов, которые затем инвестировали эти накопления. Однако демонстранты уверены, что их заставляют отдавать деньги в компании, которые в итоге не предоставляют нормальных условий выхода на пенсию. Президент Чили Мишель Бачелет предложила повысить ставки пенсионных накоплений на 5%. Это обойдется почти в 4 миллиарда долларов в год, из которых 1,5 миллиарда заплатит правительство. Но митингующие требуют более радикальных мер – полной ликвидации действующей системы.